Ребят, всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет. И сегодня мы снимаем Поки Челлендж. Да, давненько мы не снимали вызовы вот в этих масках и не угадывали какую-нибудь еду. И сегодня мы будем угадывать вот такие вот хрустящие палочки, покрытые всяким разным шоколадом с разными начинками. Азиатские такие палочки. Да, азиатские, но я думаю, все знают, что это такое. Вот, у нас их 9 разных вкусов. Мы будем закрывать глаза, тянуть закрытыми глазами, пробовать и угадывать. Мы убрали все наши поки в пакет, и Паша сейчас будет их вытягивать по очереди. У нас у обоих будут закрыты глаза, поэтому поехали. Я готов. Ты покажи всем, какой вкус. Да, первый поки вот таким вкусом. Поки-поки, мам! Думаю, мы уже будем сегодня пробовать. Подожди, держи. Ты мне палку даешь? Да. Все, секунду. Возьми. Такой вкус. Пробуем? Пробуем. Очень вкусно. Я не могу понять. Я тоже. На вкус как шоколад. Значит так. Это, ну я знаю, что это. Это либо шоколадные, либо у меня еще есть один вариант, который я тебе не скажу. Ну, у меня тоже есть вариант, который я так. Ну, короче, мой вариант это либо шоколадный, либо зеленый чай. Мой вариант это либо шоколадный, либо крем-печенек. Cookies and cream. Cookies and cream. Ну, давай. Смотрим? Смотрим. Я угадал! Блин, они такие вкусные. Так, пока счет 1-0. Кто проигравший должен что сделать с ними? Не знаю. Засунуть их в нос. О боже. Вот такой вот следующий вкус. Тебе. Божечки. Мне. Ой. Пробуем? Ох, какой классный. Ой, как вкусно пахнет. Вообще, он так вкусно пахнет. Я на что это? Я тоже. На счет три. Раз, два, три. Апельсин. Апельсиновый. Да, это апельсин, как прикольно. Такая тема вообще. Очень вкусно. Бразильский апельсин. Пробуем дальше. Следующий вкус. Вот такой. Блин, так интересно угадывать. Мы давно так не угадывали. Да, когда вообще, это... Вообще, я забыла, что это. Так круто. Я... Где ты? Пробуем? Да. Эти какие-то с колючками. Угу. Шоколад какой-то очень горький. Это сам орех. Ну вот. Ну что, твои предположения? Это орех. Это шоколад с миндалем. Открываем? Открываем. Да, да, это миндаль. Круто. Ну ты тоже угадал? Или нет? Ты мне подсказала просто. Да? Так как я не угадал, что это был за орех, мне... 0,5 баллов. Тебе 1, все верно. Да. Я почти догоняю тебя. Тяну, тяну, тяну. Вот такой вот следующий вкус. Держи. Держишь? Давай чокнемся им. Давай, чи-чинь. Чи-чинь. Война как это пошла. Война палками. Давай, пробуем. Я вот эту, знаешь, как в детстве курить. Знаешь, почему пахнет? Они такие вкусные? Они очень классные. Пахнет барбариской чуть-чуть. О, я понял, что это. Еще даже не попробовал. Так нечестно. Надо пробовать. Да. В смысле, так если я попробую, я точно узнаю. Ну да, на вкус сразу понятно, что это. Раз, два, три. Банан! Банан! Все верно. Ты сразу это не банан? Нет, банан? Банан, банан. Это точно банан. Вообще вот они очень вкусно. Так очень вкусно пахнут. Ну и на вкус они классные.
что-то пока очень легко их угадывать. Да? Прям такие вот прям вкусы очень ярко выраженные. Да. Да, следующий вкус будет вот этот. Надеюсь, ты его не угадаешь. Хочешь победить? Конечно. Нет, я хочу, чтобы у нас была ничья. Все в детстве курили палочки вот эти, знаете, солененькие. Давай тоже, короче, ты должна не попробовать. Типа такая, знаешь, как сигару ее покрутить, короче, помять, понюхать и сказать, что это такое. Такой, знаешь, типа, знаешь, помял такой. Что ты делаешь? Ты ее облизываешь, что ли? Нет, я такая, типа, курю. А, ну-ка, я тоже. Это сложно. Я знаю, что. Дай на вкус. Раз, два, три. Шоколадный. Просто шоколадный, да. Да. Все верно. Блин, почему так легко угадать? Кстати, черный шоколад, нет? Темный? Ну, какой-то ты темный, да, темненький. Угу. Сейчас я как вытяну тебе, ты не угадаешь. Понял? Угу. Так. Вот такой вот вкус. Очень необычный, мне кажется. Держи. Держишь? Угу. Пробуем? Да. Это мой будет, мой любимый. Это божественно. Раз, два, три. Кокос. Баунти. Райское наслаждение. Да, это кокос. Кокос, кокос, кокос. Ты нереально прям божественный. Очень. Они самые вкусные, это точно. Мне еще бананы понравились. Да мне все понравились. Они все очень вкусные. Я не знаю, мы в Таиланде почему-то их не ели. Мы в Таиланде только пробовали клубничные и все. Да, да. И выглядят они тоже очень классно. Прям такой кокосик. В шоколаде. Ну, на самом деле, как снэк вообще прикольно. Такой взял пару палочек, съел и пошел. Да, да. Там уже совсем чуть-чуть осталось. Да, следующий вкус вот такой. Держи. Хорошо, что они легко открываются, да? С закрытыми глазами. Чего, блин? Куда ты открыл? В горло. Тюрата? Да. Ты чуть не в боку, в белую не ткнул. Прям чуть-чуть-чуть. Рядом был. Я ем. Я уже съел. Да. Раз, два, три. Клубника. Клубника. Да. Очень легко. Но она... Она, кстати, самая стрёмная из всех. Стрёмная. Мне меньше всего она понравилась. А как йогурт прикольный, мне нравится. Покемон! К нам спешат! Что? Это вообще что за песня? Это из типа Дэйла. Собственного сочинения? Покемон! Я тяну? Тяни. Так, там уже мало совсем остается. Следующий вкус. Будем угадывать мы. Держи. Я ем. Не знаю. А что там какая-то рыба на вкус? Прям вот эта сушеная, знаешь, такая маленькая, тоненькая сушеная рыба. Это с рыбой? С суши? Это твой вариант? Нет. Нет. А, угу, я понял, что это. В смысле? Ну давай, раз, два, три, зеленый чай. Это зеленый чай. Матча. Блин, они такие странные. Я съел всю. О боже, она... я чуть-чуть укусила. Ее прям жуешь, как будто бы вот эту рыбу сушеную, знаешь? Знаешь? Правда? Тебе не напоминает сушеную рыбу? Или ты подумал, что это зеленый чай? Сразу? Я сразу подумала, что зеленый чай. Ну, это именно вот их японский зеленый чай, он такой есть на вкус. Как рыба. У него очень специфический вкус. Кому-то нравится, а кому-то, как Пашке, совсем не нравится. Ты угадал? Угадал, я сказал зеленый чай. Сколько у нас штук осталось? Я не помню. Ну, буквально одна или две. Так, я тяну. Сначала показалось, что там вообще ничего не осталось в коробке. Последняя, значит? Да, вот такой вкус. Или вот такой, или такой. Не знаю.
Держи. Ты что во мне пьешь? Попробуем? Да. Я знаю, что это такое. Шоколад. Палочки в шоколаде. Я угадала палочки в шоколаде? Нет, ты не угадала. Ну что, ты готова? Угу. На счет три. Соленая шоколад. Соленый шоколад. Да. Да, чувствуется чуть-чуть совсем. Знаешь почему? Потому что я тебе обычную дал! Чувствуется, да, тебе там чуть-чуть солененько? Ты же взял в шоколаде сидишь. Ты не попробовал их? А вот эти чувствуются, что прям соленые. Давай сделаем по-честному, закрой глаза. Что это? Соль потом только чувствуется, вообще вначале не чувствуется. И со счетом 1 500 000! И у тебя там всего лишь парочку, 5, может быть. Я что? Побеждаю. Побеждает истинный ценитель палочек Поки. Пашка. Ты жулик, как обычно. Да не, ну последнюю я, допустим, бы угадала. Первую я хоть как не угадала, поэтому ты выиграла. Значит, ребята, если вы хотите поцеловать своего возлюбленного, но стесняетесь, допустим, есть такая супер-мега-игра, Поки-игра. С палочками, да, вот с этими. Вставляйте друг другу в рот. И, может быть, надо сказать сначала правила, а потом... А, скажи точно. Как ты с закрытым ртом будешь? Они уже знают. В общем, друг другу в рот вставляете? Да, один край себе в рот. Партнеру. Край партнеру. И кусаете. И тот, кто прервался кусать, тот проиграл. Все понятно. Давай новую палочку. Мне кажется, это сложно как-то кусать. Видишь? Легко. Закадрил. Закадрил меня. Ну а теперь переходим к наказанию, так как Катя проиграла, ты должна засунуть их себе в нос. Что? А ты что думала? Ты сама это не предложила? Я пошутила. В уши тогда? В уши? Ну ладно, козявки-то, ну уши не очень, а вот козявки-то все равно ты ешь свои. Это ты мои козявки ешь? Чё? А как они держатся? Вот? Никак. Не, мы просто решили посмотреть на тебя, идиотка. Ты что делаешь? Ты реально просто... У тебя шоколад по тебе. Мне не нравится. Ладно, твое будет наказание. Давайте усы нарисуем. Да не надо, все, я выполнила наказание. Все. Ты вся в шоколаде сидишь. Давай усы шоколадом тебе нарисую. Нет. Так, давай тебе. Давай, не кусмуш. У меня просто, может быть, не будут рисоваться макияжи. Она ровно в пакет упала, а не на пол. Что ты делаешь? Какие-то странные вещи. Ой. Такие вот усы странные. А какие надо было? Не такие... Нет? Боже. Блин, хорошо, что я не вижу, что там происходит. Подожди, мы же еще не подвели итоги, какие тебе больше всего понравились. Это самое главное. А давай мне усики, как у кисы. Чем занимаемся? Ты готова? В общем, смотри, я первый, можно? Можно? Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Смотри, первый, топ-3. Мне понравился апельсин, банан, кокос, cookies and cream. Все, топ-3, а не 4. Все, хорошо. Так, а мне? Что ты такой черный?
Это точно тебе не понравилось. Селедка сушеная. Блин, у меня так же. Тоже апельсин на первом месте, мне кажется, потом идет первом, кокос, да. А потом банан. Вот. Вот такой. Молодец. И самое невкусное – это селедка. Да нет, ну есть люди, которые это любят, мы не из их числа. А есть еще какие-то необычные вкусные? Другие, которых здесь нет? Да. Вроде есть. Какой-то ягодный есть вкус, мы его не нашли. Мы по трем магазинам это все искали. Вообще людей собирали просто. А, нет, еще какой-то вкус бобов, что ли. Что-то странное, ну... Нам хватит этих девочек. Да. Надеюсь, вам понравился этот наш вызов. Если вы хотите еще увидеть подобные вызовы, то поддерживайте нас комментарием, пальчиками вверх. Не забывайте подписываться на канал и увидимся с вами в следующем видео. Мяу. Пока-пока. А я что должен делать? Пока. Пока. Я не знаю. О, боже, что это такое? Я этот Мюнхгаузен, короче, поняла?